Блок управления. Чуть поздновато включил. Саня, а ну возьми инструмент, которым работал. Возьми вот этим. Ну, ухо сломало. А ухо не тут сгнили, нахуй. Ты видел, где они стоят? Ну, я. Ты видел, где блок? Да, я знаю. Опа! Бля. Сань, да пускай новый возьмет. А что новое? Ой, может, никто прошивать будет. Я предлагаю сейчас открыть. И что будет? Ничего не будет. По своей гнилению там внутри или нет. Там пойти в топ-бокс и открыть. Ну пошли. А там молоток больше или что? Тиски. Так, суровый. Вошел в работу. Ты видел, я где прикуривать или сказал? Я скейт положил. Ты видел, где мозги? Пойди, люди, покажи, где мозги. О, сейчас покажу, друзья, где мозги стоят, чтобы вы понимали уровень этой машины. Так, смотрим сначала машину. Opel Zafira 1.9. Очень хорошая, экономичная, мощная. Вот где мозги. Ну, можете себе представить? Вот подкрылочек. Подкрылочки не было, заглушечки. И тут у нас блок управления, разъемчик, два разъемчика. Это что должно быть в голове у этих инженеров немецких, выдающихся? Что впереть, блин? Да, Серега, это жесть вообще. Это просто жесть. Аккумулятор, да, я знаю машину, да, вот там вот черненькая вот там стоит. Там аккумулятор у нее в этом месте. Так, сейчас, подожди, блин, суровый ж, сейчас же вскрывает, а мы сейчас все пропустим. Санька, где ты, Санька? Смотри, смотри, смотри. Принести нож для консервных банок? Нет? Наверное, надо. Я не уверен, что это. Может, они сейчас там чистые внутри будут? Но так, зеленая мечта почти готова к старту на Харьков, на РФС. Шо? О, специальная отвертка для... Это вместо этого консервного ножа, да? Да. Интересно, что там внутри после того, как он... Поплюй, может. Ну, там нагибные такие чуть-чуть сидят. Да? Да, подорвать надо. Сука, я говорю, что должно быть в голове, чтоб... Опа! Шо? Не, ну ты можешь спокойно с нами на оффроуд ездить. Ты посмотри, как ты вскрываешь. Даже если это язычок этот на паштете поломается, понял? Ты вскроешь его. Герметично. Ты вскроешь паштет в любом случае. А Макс еще умеет намазывать вот этой частью, которую ты сейчас выковыриваешь. Полностью освобождает паштет из банки. На герметике сидит хорошо. Да? Потому что есть шанс, что они там целенькие внутри. Короче, машину притащили на веревке под видом, да, что стартер не работает. Ага. А у нас блок вообще не запускается. И комп не видит вообще. То есть Саня... видит, кроме блока. А, в смысле, блок управления не видит? Да, он тупо... Питание на него приходит, а он молчит. Суровый вообще он электрик по специальности. Только что мне прикуриватель почти восстановил. Правда, так очень по-быстрому. Ну, по крайней мере, я знаю уже, куда лезть, даже если там сгорит, да? Какой провод кидать на плюс. Хорошо приклеили. Хорошо, да? Угу. Видишь, не, ну немцы старались, люди. Ты что, машина ж дорогая, это ж не какая-то там те. А зачем такую жопу засовывать, извините? Я сам в шоке просто. Это... Просто верх идиотизма. Радиатор, понял? Радиатор, да? Да. Охлаждение, да. Блин, интересно, что внутри. А там чистая плата сейчас будет. Да, конечно. Я тебе говорю. Да я тебе говорю, там гоплык. Ну, сейчас посмотрим, если тебе удастся. Чистейшая будет. Включить в подсветку тебе? Нет. Фух, попутно здесь суровый сразу 1.9. Что это, трафик? 1.9 трафик, запчасти. О, взял побольше отвертку. Да, сейчас пойдет дело. У меня была титановая монтировка где-то, я тебе могу поискать. Я не помню только, где она лежит, но где-то есть. Не было, у меня свечи накала не работали. Мы уже их починили. Ты видишь, что у меня пружина все? А, закисло сам. Да, там приклеена просто на герметосе. Ну есть. Так, а это что? Подорви где-то, может, с одного угла. Нет, Санечка, вот как раз вот там что-то там есть. Там никто на нету. Он уже ковырял. Радиатор. Да, радиаторы, глянь, да? Глянь вот здесь. Где? Вот здесь расковырять. Покажу тут расковырять. Не, может быть это, да. Ты слепой? Что? Вот эту часть, вот. Да, ну туда еще ковырять будут, в радиаторы вот эти.
Не, может, там есть винтики напротив, нет? Напротив как раз вот эта вот часть. Сидит на герметике и хоть ты тресни. Ну, пошел, стой. Давай вторую отвертку подключай. Сюда. Подожди, держи. Слышь, а как назвать видео, Саня? Не знаю. Как уничтожают мозги на Opel. Держишь? Да. О, пошел. Давай я за третий схожу отвертку. О, пошел. Мозги, как держи. Скрывают держи, мозги Саня. На Opel. Сейчас. Скрывают вот мозги. Лучше держи. Вот тут подхватывай, да, рядышком. Держишь? Да. Тихо, там, чтобы плату-то не... Да я плату не трогаю себе. Все чистенько, все идеальненько. Фух, блин. Все чистенько, все идеальненько. Глянь, как зеркало. Ну да, я посмотрюсь на себя в зеркало. Смотри. Это зеркальце? Зеркаль, свет мой, зеркальце, скажи, кто на свете всех мудрее всех, суровей и краснее. Это суровый. Там прикол другому. Тут сапун есть. Видишь, он забитый. Туда попадает влага. С той стороны плат. Так давай посмотрим, что с той стороны платы. Блин, жесткий, да, парень? Не терять-то все равно уже ничего. Да? Нихрен не работает. Я так Колин разобрал на Хундай. Повез в ремонт. Сказали, что мозги в хлам гнили. О, у меня есть специалисты по мозгам, кстати. Я не нашел. Ну, короче, куда это все дело тянуть. Взял спиртом, почистил. И шо? Поставил обратно, уже не полгода ездил. Так что, выпить надо или что? Алкоголические мозги. Ну вот. Так с той стороны думаешь за это, да? Да, только теперь надо так аккуратно подорвать, теперь сложнее все это дело. Покажи. Ну, что? На ту сторону платы надо. И как туда? Где сапун? Ну, она тоже. И как туда попасть? Вычищать надо. Вычищать и отколупывать. Да ну ладно. Я тебе говорю. Серега спрашивает, а от Деоланеса не подойдет. Так ты жарил, украли у тебя или есть? Остались? Прикуривателя нет? Мозги. Мозг прикуриватель пойдет? Мозги вместо прикуривателя. Ну, похоже, в принципе, функция. Я пока хочу сломать аккуратно. Кого аккуратно сломать? Мозги? А вон вода, ты че? Есть? Да. Есть вода, с той стороны, да, я вам поддираю. Ну, все. Все, теперь... Есть вода, да? Да. Ну, если там сапун был, который все забито полностью землей и влагой. Это же где-то дожди были, наверное. Человек ездил. Если там сапун, то вода точно. Не с этой, Сань. А с какой? Вот с этой. Ну, здорово. Смотри, он тебя сейчас пырнет этим отверткой. Ничего страшного, все выживу. Вот смотри, вот ага, вот отсюда. Вижу. Понял? Опа, о, что-то как-то. Вот отсюда, вот оно и должно идти. Только надо отсюда, понял, потом подставлять, ну вот таким, как мы с тобой и делали. А бошевская, да? Бошевская. Надо в таком виде включить в разъем и пробовать завести машину. И что тебе это даст? Пульсы работало сейчас на шатаре. Я буду проверить. Да ну не гони. Ну давай. Давай спирта нальем, Саня. Давай по пьяни, может и заведется. Нет, без спирта не пойдет. Нет. Пойдем. Вот смотрите, включение. Блин, ну. Слышишь, и что стоило его где-то поставить внутри моторного отсека, да? Хотя бы там на 20 сантиметров выше. Ну хотя бы наверх его, да. Ну наверх хотя бы внутри, чтобы оно не в подкрылке, блин. Ну идиоты, вообще жесть просто. Они гуцульские инженеры. Да гуцульские инженеры это лучшие инженеры, блин. Вообще в мире. Гуцули. Значит, этот разъем такой трохион. БУ? Трохион такой тут хитрый, да. Там бы побрызгать, блин. Я его смазывал вчера. Смазывал, да? Да. Да все, сейчас заведется, 100%. Просто устают. Тем более камера работает. Без камеры не завелось, а на камеру должно завести. Ну смотри, вот он, видишь, он у меня в руках вот. Мягусенький. Да не, ну это ты вообще просто починил все. Дай сюда. Вдвоем. Мне не нравится этот механизм, ни хрена. Это так работает противно, если честно. Вот ты не эту трогай, а вот эту дави. Надо один давит, второй защелкивает. Там прикол в другом. Там
Что-то у нас сощёс. Пин сейчас какой-то погнём один. И все? Все, да. Да, и все. И уже водка не поможет, да? Ну, спирт в смысле. Давай. Сказывается грустно как-то очень. Ты аж посидел, пока чинил эту машину, блин. Встал. Встал? Да. Нам на этот был давить. Ну, этот легонечко вообще, ну, смотри. Понятно, но... Заводим? Тут больше, да, просто. Давай. Да ну ладно. А я здесь буду языком перемыкать. Перемышку. А, перемыкать? Да. Слышь, а ты на блок? А, ну до конца не надо опускать. Я на блок опущу, а поедем. 100%. Так, ну, вот такой мотор 1.9. Турбодизель. Турбодизель современный. Блок, видите, какой модный. Суровый даже не заходит в офис. Не? Подожди, Саш. Типа стартер. Серега, ты стучи по нему. Давай. Да не гоните. Да ну ладно, сейчас Серега починит. Ну, пробуй. Да не. Да пробуй, сейчас заведется. Смотри. Я беру... А, у него ж тут компьютер, блин. Беру такой, смотри. Да не, ну чудес не бывает, если там вода, ты видел, потекла оттуда. Там... Капли. Дальше доворовать его. Ну, давай, слышишь, конечно, сами. А он, понимаешь, тебе что-то смотрю, чтобы он там не это. Ну так надо другой все равно искать. Я бы тогда... Ну, что... Коробка. Смотри, видишь? Чики-пики. Механика? Автомат. Смотри. Оп, все, съела блок коробки, включила, посмотрела. Смотри, заходишь, можешь посмотреть, что там происходило с машиной. Все замечательно, да? Тут ошибок нет, я вчера постирал. Теперь, смотри, захожу в двигатель. Двигатель. Это DTH 1.9. И что пишет? Пишет, ошибка связи с блоком. А, понятно. И короче, чек блока нет. Блока нет. А, слышишь? А если отключить разъем, что будет писать? То же самое, да? Идиот. Я говорю, если болгаркой вырезать на блоке с той стороны, он говорит, твое имя? Какое? Мое имя слишком длинное. Это Оля тогда вырезай. Оля. Ну, сокращенно, Рус. А, да, тогда а, можно. Четко получится здесь. Ну, пошли. Тут разъем на герметике должен быть. Колеса, блин, потянуть чуть-чуть. Да вон, на направляйте. Вот этих снять. Да мы же, кстати, все поснимали. Жесть. Так, Суровый продолжает бороться. Ну, не снимай пока, да? Да подожди. Слышишь? Да. Ты где я тебе показывал? Да давай, как сломаешь, самое интересное, чтобы, да, чтобы, да, не пропустить. Только надо одновременно двумя отвертками тянуть. Ну, бери вторую где, ты же в двумя, о, паре работаешь. Во, вот, Санечка, а ну. Ну, со второй стороны теперь пробуй. О! Оно. И микротрещина потом на плате будет. Да понятно. Да у меня есть дети, где блоки чинят. Разбирай. Или давай к ним сразу отвезем, не ломай. Подожди. Я думаю, может отвезти, пока стой, не стой, ломай. Подожди. Да подожди, не ломай, давай Аркадию отвезем. А кто такой Аркадий? Да есть там по блокам, блин. Чинит а все. На окружной. А это там, где мы завозили этот? Ну, когда-то грант затаскивали мы туда. Ну, коробку они. Я выключаю. Я не могу на это смотреть. Так, в общем, друзья, блок управления. Есть тут люди, которые чинят. Я набрал. Сказали привозить. Говорят, да, у дизельной под крылом. Так, и у меня еще плохо включаются некоторые передачи. Я сейчас еще посмотрю. Посмотрю. Чуть подносилась машинка. Не новая. Так, уже ехать в Харьков на RFC. RFC у нас в пятницу заезд. Суббота, воскресенье. Может, и в пятницу вечером, наверное, старт будет, скорее всего. Не знаю пока точно, но в любом случае мы едем. Нашел я релюху. У меня когда-то покупал давно реле свечей накала новое. Там разъемчик поменяли, все заработало. Температуру держит. Короче, будем надеяться, что доеду я, куда я хотел. Масло я долил. Масло долил. В общем, такая ситуация. Такая ситуация. Сейчас лишнее выложим. Ну, вот так вот в этом Опеле прекрасном. Машина, конечно, неплохая, наверное. Но кто будет покупать, такой сюрприз ваш. Зафира, дизель.
Короче, вот так. В общем, всем пока. Оффроуд будет в пятницу крутой уже, я думаю. Начало. До встречи.